И он говорит вам, что ничто не мешает вам выбраться из этого трюма, перерезать глотки каждому из этих охуевших голландских пидорасов и сжечь нахер этот корабль. Но если поджечь корабль, мы тоже погибнем. Ты уже мертв, придурок. Так подохни хотя бы за что-то стоящее. Спалите корабль к хуям! Пусть все горит! Авианосец за всю историю британского кораблестроения, названный в честь королевы Елизаветы, дал течь, причем сразу после спуска на воду. В ходе испытаний в военном корабле, на строительство которого потратили 4 миллиарда долларов, обнаружили проблему с уплотнением вала. Устранить ее планируют в ходе стоянки в Портсмуте. Официально авианосец включили в состав королевских ВМС Великобритании 7 декабря. А в следующем году на корабле будут проводиться испытания палубных вертолетов. Затем королева Елизавета отправится к восточному побережью США, где ее ждут испытания с палубными истребителями короткого взлета и вертикальной посадки.